я думаю, после поражения от нефтехимика «Динамо», конечно, включится. Я думаю, что тут получили, наверное, втык. Я думаю, что «Динамо»-то выиграет у «Барыса». «Барыса» более недисциплинированная команда, чем «Нефтехимик». Дисциплина, молодые, рвут, мечут. Там за счет опыта играет «Динамо», умеет сыграть с такими командами, как «Барыс». Я думаю, в одну шайбу выиграет «Динамо» в основное время. Не думаю, совершенно.